Эфир. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Гурова. Выхожу к вам в эфир из города Нортгемптона. Нортгемптона, как правильно говорить по-русски, это из Англии. И сегодня у нас встреча посвящена возможностям. Вообще возможностям, в частности, вашим возможностям, нашим возможностям. Мы сегодня будем говорить о возможности, который представляет компания Genes Global. Мы будем представлять систему Genes Global. И я вас сегодня хочу познакомить с людьми, которым действительно есть что сказать, потому что они профессионалы, это мои коллеги, это мои партнеры. Мы выходим из разных стран. Как минимум сегодня будут люди из четырех стран, которые будут сегодня с вами говорить. Я вам очень советую послушать внимательно, потому что когда человек передает свой опыт, это совсем другое. Это не то, что ты прочитал где-то, рассказал другу и так далее. Сейчас очень много такой информации, которую кто-то что-то там копипаст кругом. А здесь люди будут делиться собственным опытом, собственным мнением. Это действительно интересно. И сегодня вот сейчас у нас люди подключаются. Я думаю, в прямом эфире люди подключаются, ссылку получают. Все гости, сделаем минутную готовность для того, чтобы вы все могли так разместиться основательно и уже начинать получать информацию. А я немножечко эту минуту вам, для вас займу, да, размещайтесь, смотрите, слушайте. Друзья, возможность – это такая вещь, которой, в принципе, мир, вообще воздух пронизан возможностями, но, к сожалению, мы не всегда их видим. К сожалению, это очень часто бывает, что потом, оглядываясь назад, мы думаем, вот было бы здорово, да. Вот знаете, я когда оглядываюсь назад и понимаю, что когда-то Google, это были несколько цветных букв на экране компьютера, который мне показывал муж, и я думаю, вообще непонятно, что это такое, а сейчас это многомиллиардная компания, я понимаю, что задним умом сейчас мы все богаты, да. То есть когда-то, если бы знал, когда-то, да, во что превратится современная экономика, то уже подумал бы, куда вложиться, чему учиться, какие бизнесы открывать, да. То есть те, кто знает, что у нас впереди, да, как правило, бывают прозорливы. Но знаете, это, как говорится, плохая новость, что возможности упускаем, а есть хорошая новость, что это здорово, когда о возможностях есть кому объяснить, рассказать, показать, дать попробовать, дать пощупать, дать примерить эту возможность на себя. И вот у нас как раз сейчас будут две встречи, которые вам позволят эту возможность, которую представляет компания Genes, действительно пощупать, воспринять, обдумать, принять свое решение. И я думаю, что вы все уже разместились, и мы начинаем. И я хочу пригласить сюда, на нашу сцену, ко мне сюда, в гости, чтобы представить вам человека, женщину замечательную, которая выходит к нам из Харькова, и зовут ее Людмила Бранжаева. Люда, привет. Привет, включай микрофон, тебя не слышно. Добрый день. Как там у вас в Харькове? Все хорошо, чуть потеплее, по крайней мере, нет снега, и это счастье. Здорово. Ну что ж, весна идет, весне дорогу. Людмила, у меня к тебе есть такой вопрос. Я думаю, что у гостей, которые смотрят и тебя не знают, у них тоже есть такой вопрос. Кто эта женщина? И я поэтому хочу спросить, чтобы так вот в качестве знакомства. Люд, как ты пришла в систему Genes? Твоя история, да, коротко. Что тебя сподвигло? Какие вот мысли тебя натолкнули на то, что это возможность, которую стоит использовать для себя? Что ты, как вот ты бы поделилась вот этой своей мыслью? Какие мысли тебе приходили, когда ты об этом узнала? Поделись, пожалуйста. Вот я и хочу об этом рассказать. Дело в том, что я очень долгое время работала предпринимателем в традиционном бизнесе. Я со стажем 23 года. И люди, которые не работали в этом, то должны знать, что это очень нелегко и очень тяжело. Это и поставщики, это и логистика. И ты вот сейчас, когда люди болеют все, ты должен за них работать, носить коробки, как у меня там, да? Ты зависишь или носить большие, или ну, нужно иметь большие деньги для того, чтобы был у тебя большой бизнес. И это, вы же понимаете, что ты постоянно находишься в напряжении и в стрессе. И это привело меня к тому, что 4 года назад у меня был инфаркт. И я стала задумываться над тем, что, может быть, что-то в жизни поменять. И как только мы это запускаем в нашу голову, такие мысли, то нам обязательно приходят какие-то предложения. И в этот момент моя подруга, я была ее клиенткой всегда, она всегда была в сетевом маркетинге, она мне предложила, говорит: Люда, мы сейчас вошли в новую компанию Genes, которая занимается системой омоложения.
И я даже не раз, я говорю, а это что? Я, ну что это? Она говорит, интернет-магазин. Я говорю, ну тогда давай я не буду там покупать у тебя, давай я открою себе интернет-магазин. И я быстро это сделала и начала пользоваться продукцией. Но дело в том, что я первый раз в жизни в этой компании вообще попробовала добавки. Я до этого никогда их не пила. Это при том, что мне уже было там 57 лет, да? Вот, и я получила, так как у меня был инфаркт, и первый мой продукт был резерв. Потом Анжела вот об этом расскажет, об этом продукте. Поэтому внимательно нужно слушать о всех продуктах. И я получила очень хорошие результаты. И следующее, что как бы шагом было, Юля мне предложила поехать на события. Первое событие, которое у меня было в Киеве, потом я была в Амстердаме, потом я была в Риме, потом я была в Милане. И, конечно же, побывав на этих событиях, я первое, что я увидела там основателей компании. Это тех людей, которые это сделали. Это действительно, не знаю, от них просто исходит эта любовь. И видно, что это большая семья. И, наверное, это больше всего меня как бы тронуло. И когда ты смотришь, когда там находится около 10 тысяч людей, молодых, разного возраста, и ты понимаешь, что так как мне уже 57 лет, я понимаю, что я должна развиваться, что-то делать, я не могу, то есть такой характер, я не могу остановиться на месте. И я видела, когда на сцену выходили люди, которые за буквально 3-4 года зарабатывали очень большие деньги. Да, они работали очень много, это понятно, без этого как бы мы не можем, да, не действовать, там, зарабатывать деньги. Я видела команды их, которые, я понимала, что они дают возможность зарабатывать другим людям зарабатывать деньги. И, конечно, когда я это все увидела и приехала домой, я просто поняла, что я хочу этим заниматься. И я хочу давать возможность людям, чтобы они были здоровы и чтобы они могли зарабатывать деньги. Потому что на своей работе я это не могла себе позволить. Все равно у тебя есть какая-то фонд заработной платы, который ты можешь заплатить. И он не такой уж большой, он, в принципе, маленький. Вот. И поэтому это, наверное, меня очень тронуло. И я увидела очень много возможностей. Это и путешествие. Потому что, по большому счету, даже сейчас я сказала, еще там не сильно работая, я там вот посмотрела. Еще, знаете, вот что? Я, когда открыла свой кабинет, я просто увидела, как у меня начало расти какое-то там много людей где-то появляться. И это тоже меня как бы... Ты имеешь в виду кабинет в Женес, да? Да, кабинет в Женес. Я увидела, что там вот как бы много людей. И поэтому я приняла решение, что я буду этим заниматься. Уже не говоря о том, что здесь обучение, даже то, что я здесь, вот сейчас там выступаю, да, у меня есть наставник, тренер, который меня обучает этому. Это тоже немаловажный фактор, потому что в традиционном бизнесе этого нет. И поэтому я приняла решение быть здесь. И самое, наверное, может быть, главное там для меня, я знаю, как взять под контроль свое здоровье. И этим будет занимается, будет способствовать компания наша Genes, потому что действительно это не самое главное. И сейчас я с удовольствием хочу представить вам компанию Genes, мою любимую. Я очень ее люблю и хочу сейчас немножко о ней рассказать. Итак, компания Genes была открыта 9.09.2009 года. Дженес – это в переводе с французского «молодость». «Девятка» означает «долголетие» и «процветание». И компания пришла не на один день, она пришла надолго для того, чтобы поделиться своими революционными омолаживающими средствами по всему миру. И компания эта не только торговая, она еще имеет миссию – это создавать позитивное воздействие по всему миру, помогая людям выглядеть и чувствовать себя моложе благодаря системе омоложения продуктов. И второе, это вторая миссия, это раскрывать потенциал предпринимателей тоже на бизнес-платформе Genes. И кто же эти люди, которые открыли эту компанию? Кто же основатель этой компании? Перед нами сейчас с вами Рэнди Рэй, Рэнди Льюис и Скотт Льюис. Рэнди Рэй, основатель компании, он очень с бедной семьи. И к 35 годам он мечтал стать миллионером, и он это сделал. Он имеет ученую степень в области компьютерных наук. Он IT-программист, и он создал
создал обеспечение, системное обеспечение для НАСА, и которое удачно продал, и он много создавал программ для департамента транспорта США. То есть он уже там заработал деньги, то есть человек уже мог не работать и сидеть дома, и там путешествовать, что-то делать. Но он такое решение принял, решил открывать такую компанию. Венди Льюис – это жена Рэнди Рэя. Это очень очаровательная женщина. Это мозг и душа компании Джинес. Она математик в прошлом и маркетолог. Она очень много создала маркетинг-планов для других сетевых компаний. И понятно, что для нашей компании, для своей компании, она сделала это, ну, самый лучший комплексный план. И поэтому, ну, поэтому люди и могут зарабатывать такие большие деньги. И довольно-таки очень быстро. Это она имеет несколько раз, 8 раз подряд, она была обладательницей титула «Женщина года». Она является лауреатом премии самых влиятельных женщин прямых продаж США. И она дважды была лауреатом премии «Прорыв года». То есть мы видим, что это, ну, непростой человек, да? То есть она действительно очень много делает для компании. И Скотт Льюис – это сын Венди Льюис. Это наш стратегический директор. Это очень большой стратег. Ему только 40 лет, но уже сегодня он признан самым лучшим управленцем самых молодых бизнесменов в Америке. И он с 16 лет был рядом всегда с мамой и как бы пропитался этим сетевым маркетингом. И поэтому нам очень повезло, потому что у него очень широкое видение. И благодаря ему у нас там открываются страны. И я вообще в восторге от него, просто в восторге. Я каждый раз, когда прихожу на события, я специально стараюсь там стоять для того, чтобы получить вот эту энергию, которая есть. И теперь смотрите, перед нами с вами международная семья Джанет. Почему международная? Потому что она представлена как интернет-магазин по всему миру. На разных рынках мы есть. Это и Америка, это Латинская Америка, это Европа, это Азия. И мы знаем, что наша компания открыта 34 офиса, официальных офиса. Это очень красивые офисы. Самый главный офис находится в Орландо. Там работает около 1000 человек. Работает 24 часа на 7. Они обслуживают всех нас. И, конечно же, я хочу вам сказать, хочу сказать, что у нас есть в Харькове тоже офис, который оплачивает компания, у нас есть в Киеве, в Одессе. Поэтому сейчас, конечно, у нас локдаун, и мы не можем там работать, а так, в принципе, любой человек может прийти, и там будут всегда тебе рады. И ты можешь там работать, делать любую работу, приглашать туда людей. И это очень красивый офис, и ты не будешь стыдиться. И теперь перед нами рост товарооборота компании. Как мы видим, компания была открыта в 2009 году, и там было у нас всего 30 миллионов товарооборот. Но вы посмотрите, с каждым годом он увеличивался в 2 раза. И когда мы посмотрим, то 2014 по 2015 год у нас просто был рывок. И компания в это время сделала свой первый миллиард. Это вообще феномен в сетевом маркетинге, потому что такого не делал никто. Она разрушила все стандарты, которые есть только в сетевом маркетинге. И так, вот, например, если нам сравнить, смотрите, ни одна компания не сделала такого среди прямых продаж. И только наша компания сделала. Потому что МВ, например, сделал, он сделал это на 21-м году своей жизни, существования. И компанию можно сравнить с такими компаниями, как Apple, Facebook, Amazon, eBay и Google, которые тоже за такое короткое время они достигли своего миллиарда. И сейчас перед нами с вами суммарный товарооборот до этого года, да, 8 миллиардов долларов. И вы мне скажете, так же точно, как и я в свое время смотрела, думаю, ну так и какая мне разница, там 8 миллиардов
Но надо сказать, что половина этих денег была выплачена своим клиентам, которые являются главными действующими лицами, и они продвигают этот наш бренд. Компания имеет более чем 800-400 награды в разных номинациях. И я, конечно, не буду все называть, но есть две, которые мы всегда гордимся ими. Первая награда, которую мы уже 4 года подряд ее получаем, как лучшее место для фрилансера или для предпринимателя. И компания, это по версии American Business Ever для деловых людей. И хочу сказать еще, что особенно, наверное, я раньше даже не понимала, что это такое. Наша компания занимает 14 место в рейтинге топ-100 Direct Selling News, самых развивающихся и самых динамических компаний. 3 года подряд мы уже такие занимаем. Но мы хотим сказать, что? Дело в том, что среди этих компаний, 20, которые входят в двадцатку, наша компания самая молодая, потому что всем остальным компаниям 20-25 лет. И поэтому наша компания считается одной из самых быстрорастущих. В компании есть еще одна очень важная деятельность, она называется спонсорство. И мне очень приятно сказать, что у нас в Украине мы тоже являемся спонсором нашей «Динамо Киев». Мы являемся спонсорами «Галатасарай» и всех других компаний, которых вы видите, спортивных, которых вы видите на этом слайде. И, конечно же, обязательно хочется сказать о таком, факте. Это некоммерческий проект, это деятельность компании, связанная с благотворительностью. Это Дженески, которым мы очень все гордимся. Это мы по всему миру. Компания помогает детям, особенно в тех странах, где очень бедные люди и нет условий для жизни, образования. Она строит деревни, школы, больницы. В том числе компания также занимается образовательной частью. Она дает детям будущее, чтобы они были образованы, имели возможность устроить себя. И напоследок я хочу вам сказать, что наша компания миллиардник, и которая занимает самые главные ниши по востребованности в мире. Все, что связано с жизнью. Это макияж, вот мы видим, да, красота, уход за кожей, энергетические напитки, добавки, которые у нас есть. Это самые сильные индустрии, которые есть вообще в мире, которые действительно управление весом, вот как я сейчас не увидела. И поэтому хочу сказать, что на самом деле, если вы присоединитесь к нам, то вы будете вместе с нами в этом бизнесе зарабатывать немаленькие деньги. Компания GNS, благодаря чему она делает такие рекордные товарообороты? Это, как, знаете, как можно сказать, как четыре причины, или, как мы говорим, 4 ножки у стола. Первая причина – это продукты компании, про которые вам сейчас расскажу, поэтому слушайте очень внимательно. Второе – это деньги, которые компания выплачивает своим дистрибьюторам. Третье – это система логистики, которая работает, это система поддержки, система обучения нас, дистрибьюторов. И система обслуживания клиентов, которая тоже немаловажна. Вот я забыла там сказать. Дело в том, что логистика – это очень важно. Мне это очень трогает. Когда тебе просто приходят в любую точку мира. Это настолько важно, что очень. И четвертое – это, конечно, люди у руля. Спасибо огромное, Людмила. Слушая тебя, я понимаю, да, что впечатлило в первую очередь. Да, это доверие к компании. Огромное количество людей уже используют
аккаунты компании GNS Global уже делают что-то в своей жизни, улучшая ее качество, помогая своим близким, увидев такое количество людей на событии. И плюс, конечно, Рэнди, Венди, владельцы компании, это люди, которые не могут просто оставить равнодушными. Мне кажется, любой человек, у которого есть стремление как-то улучшить жизнь вообще свою, своих близких и вообще в мире, конечно, откликается. И, конечно, система логистики. Ты как человек бизнеса это увидела, почувствовала, да, и теперь, конечно же, от этого невозможно отказаться, ты стала это использовать. Я очень сильно этим пользуюсь. Молодец, спасибо тебе огромное. Вот, спасибо. Ну, друзья, я думаю, что первую часть вы уже увидели, услышали, что-то для себя уже делаете, какие-то выводы. И сейчас я хочу пригласить к нам еще одного человека. Да, привет, привет, Анжела. Это Анжела, она выходит к нам из Мурманска, Анжел, правильно? Да. Из заснеженного, или у вас уже тепло? Как вы там уже? Ну, уже тепло? Плюсовая, плюс один, плюс два. О, пошла, жара пошла и в Мурманске, друзья мои. Да. Анжела также будет делиться своим видением. Анжела, какой теме ты хотела бы нам рассказать? Я хочу рассказать о продукте. Почему я задам тебе один вопрос перед тем, как ты будешь говорить о продукте? Скажи, а как ты сюда пришла, вот в компанию? Что тебя затронуло? Ну, раз ты не будешь говорить о продукте, это очевидно, что продукт тоже, да, как и Людмилу. Но что, как ты здесь оказалась? Вот чем меня меня затронуло в первую очередь за то, как наш спонсор Наталья Игнатенко относится к своей команде, как она помогает, помогает в обучении, помогает вообще во всем, чтобы наш личный бизнес развивался, то есть именно командные отношения, меня это затронуло так сильно, а все остальное уже было потом. То есть для тебя важно было именно попасть в команду именно этого человека, да, вот увидев их командный дух, да, командные отношения. Да, да. Увидев это все, отношение и Натальи к команде, и команды к Наталье, мне захотелось быть рядом. Это, наверное, самое главное, когда возникает доверие. Да. Да, доверие, когда ты видишь, с кем ты работаешь. Да, я с тобой абсолютно согласна. Ну, какую же тему ты нам будешь давать? Что ты будешь нам говорить о продукте? Нам очень интересно. Давай. Давайте сейчас сделаю демонстрацию экрана, и мы начинаем. Угу. Добрый день, добрый вечер всем. Рада всех приветствовать, всех участников нашей презентации. Как сказала Надежда, я выхожу с нашего красивого заполярного круга. Да, у нас уже немножко тоже мы чувствуем весну, пробуждение, настроение радостное. И я хочу рассказать о нашем продукте. Почему же все-таки компания получила на 6-й год такой огромный товарооборот? Одна из причин невероятного роста компании – это ее продукт. За ним стоят ученые с мировым именем, представители омолаживающей медицины, врачи, консультанты. Мы используем все самое передовое, что есть на рынке. Вкладываем в самое лучшее, что можно найти. Об этом говорят журналы, вернее, об этом пишут в журналах, об этом пишут, говорят СМИ и называют его последним прорывом в области омоложения. Что же это такое? О чем я хочу вам немножко сказать? Это система ЕС. Она состоит из самых современных средств по уходу за кожей, продуктов питания. И используются в этой системе самые новейшие клинически проверенные продукты. Что происходит? То есть результаты, которые продукты дают, они говорят сами о себе. Это вообще группа высокоэффективных продуктов, которые мы используем и снаружи, и изнутри. Это наша полная защита от старения. Первое, о чем я хочу рассказать, это система Люминес. Что вообще это такое? Это линия антивозрастных средств по уходу за кожей. Она возвращает сияние и молодость вашей кожи. Видите, здесь несколько таких тюбиков, красивых, очень вообще шикарных. Это есть, немножко скажу, что в состав этой линеечки входит. Очищение, дневной ночной крем, сыворотка. Тот самый первый наш флагманский продукт, который дает очень серьезные, классные результаты по молодости кожи. Маска, лифтинг-маска и маска гидрошил. То есть это вообще линия, система, в состав входит такая запатентованная специальная формула H5200. Это эксклюзивная передовая технология полипептидов, то есть использование полипептидов, которые ответственны за молодость нашей кожи. Я вам каждому советую попробовать, потому что, используя данную систему, вы увидите на себе такие результаты, и они будут говорить сами о себе.
сами за себя. Результаты будут говорить сами за себя. Вот это результат нашей сыворотки. Женщина использовала в течение 56 дней. И я думаю, здесь не надо говорить много, мы просто глазами видим, какой происходит результат. То есть хорошая кожа, подтянутая, сияющая. Это о том, что, скажем, мы используем, и через какое-то время мы получаем результат. Но если так происходит, что мы хотим результат прямо сейчас, быстро, мгновенно, что же есть у нас? У нас тоже есть такая классная штучка, она называется Instantly Ageless. Это такой сильный продукт, которых было продано на данный момент практически 100 миллионов штук. Представьте, как хорошо данный продукт работает, что его так хорошо покупают. Продукт, который поворачивает время вспять. Если вы сейчас видите фотографии, да, вы видите, людям использовали на пол лица или до-после, в течение примерно 2-5 минут вы стираете со своего лица вообще, скажем, мешочки под глазами, мимические морщинки, какие-то неровности разглаживаются, да, и ваша кожа действительно тоже начинает сиять. За счет чего? За счет такого специального пептида аргилерина, который действует моментально. Это, конечно, косметический эффект от 3, там, 5 до 9 часов, но при этом все равно ваше настроение, когда вы используете продукт, ваше настроение, оно классное. Вот еще тоже результат. Это действительно люди, которые вот использовали. Я думаю, что многие видели в интернете такое видео, где за полторы минутки у женщины исчезает мешочек под глазами. Также еще есть два наших продукта, в которые входит такая же формула H5200. Это NV, это аэрозольный макияж. Что вообще это такое? Это декоративная косметика, которая не просто маскирует, как, скажем, какие-то неровности нашей кожи, но при этом она еще и имеет и лечебный эффект. Тут три таких тюбика. Первый идет, это основа под макияж. Потом у нас идет такой бронзатор или оттеночный. Там 9 тонов, то есть это очень много, которые можете смешивать под разный тип кожи получить. И третий завершение, это бронзатор. Скажем, полностью, когда вы используете данную NV, вы чувствуете себя вообще просто таким шикарным человеком, куда-то пойти, и все отмечают то, что как вы классно выглядите. То есть это не просто уникальная декоративная косметика, то есть она быстро используется, и она комфортна в использовании, и, ну, комфортна в использовании. И еще один продукт – это вот RVL, это система для волос. Что там входит? Там тоже, видите, тут же три таких тюбика. Это шампунь, это сыворотка, которая работает с нашими луковицами, и кондиционер. Что делает сыворотка? Вообще такая проблема, как выпадение волос, она актуальна для мужчин и для женщин. Ну, для женщин, наверное, она более такая, скажем, такая глубокая, потому что для женщины волосы – это все. И сыворотка работает таким образом, что наши спящие луковицы, они начинают регенерировать, то есть начинают расти. Это действительно классно, испытала на себе. Действительно классно, потому что ты видишь какие-то, опять же, несовершенства, то, что связано с твоими волосами, они начинают быть им такими пышными и красивыми, и их больше становится. И, соответственно, опять же, твоя самооценка, твое настроение повышается. Следующий продукт, о котором я хочу сказать, это паста, зубная паста. Diamond 24 карата. Это вообще разработки такого очень, вообще, как оказалось, очень известного стоматолога. Юпа Челика, которого лондонский парламент назвал самым известным, вернее, самым лучшим стоматологом Европы. Это его тоже авторская такая разработка. Как я говорила, что у нас в компании продукты не все авторские. Вот. И что происходит? То есть эта паста, она не только отбеливает, что очень важно, она еще лечит. Это для чувствительной эмали. В состав входит такое средство, как эвгидол гвоздики. То есть это вместо ментола для того, чтобы запах, для того, чтобы вы чувствовали такое даже, я бы сказала, приподнятое состояние при использовании пасты. То есть я сейчас делюсь вот с пастой своими результатами. Это и то, что чувствительные зубы были, да, это возможно. И плюс тому, что отбеливающий эффект тоже есть. Это вообще классный результат. И когда вы смотрите на эту пасту, у нее такие сияющие как бы блестки. То есть еще вот классный такой момент связан с тем, что, опять же, компании смотрят на то, чтобы тот продукт, который у нас есть, он не только давал результаты, но он еще давал вам положительные эмоции. Следующий продукт, о котором бы я хотела сказать, и о котором уже говорила немножко Людмила, это резерв. Вообще резерв жизненной силы. Что это такое? 5 мощнейших суперфруктов. Черная черешня, голубика,
ягоды асаи, гранаты. То есть мы смешали все эти 5 суперфруктов в один, плюс добавили экстракт зеленого чая, алоэ вера, экстракт косточек винограда. И мы получили такую штучечку, которая защищает нас, наши клеточки, наши против, дает антиоксидантную защиту. То есть это в состав такой входит дружелюбно настроенный полифенол, который является результатом многих исследований. И на данный момент говорят о том, это как прорыв вообще в мире, потому что вот это маленький пакетик, он дает вам возможность вашим кровяным тельцам быть здоровыми. То есть под действие свободных радикалов, защищает живые клетки. Результаты классные, я думаю, что девушки, которые потом выйдут после, они поделятся. Следующий – это Mind. Как мы любим говорить, с добавкой Mind вы в шаге от гениальности. Что же делает Mind? Улучшает память, внимательность, умственные способности. То есть в состав входит такая специальная формула CRQ, которая специально создана для работы мозга. Смотрите, сейчас вокруг нас такое количество, огромное количество информации, объем огромной информации. Нам нужно ее запомнить, переработать, как-то сделать так, чтобы наш мозг не скипел. И вот эта добавка, она помогает все структурировать нашему мозгу. И плюс идет такая профилактика таких, скажем, не очень хороших болезней, как Альцгеймера или Паркинсона. Следующее – это AMPM Essential. Это уже даже мы возьмем, что это не добавки, это такая классная... Это комплекс витаминов, минералов, микроэлементов. Если мы возьмем АМ, то это значит утреннее, с утра мы используем, да? То есть использовать этот комплекс, вы можете стать жаворонком. Там он содержит более 70 минералов, микроэлементов, растительных компонентов. То есть это делает вообще состав, который там есть, делает лучшим комплексом. Вообще этого дневного. ПМ – это ночной. То есть вы там тоже более 77 компонентов натуральных, и аминокислоты, и витамины. Что происходит? То есть вы хорошо высыпаетесь, вы встаете полностью восстановленным. Это вообще разработка медицинского доктора, вернее, Винсента Джапапа, который в 2014 году с данным направлением получил, был, вернее, лауреат, номинантом на Нобелевскую премию. То есть что происходит? Это не просто витамины, да, или добавка какая-то. Это специальная формула, которая поддерживает ваши стволовые клетки и дает активность гена долголетия. То есть вообще это направление эпигенетики. Еще одна наша классная эксклюзивная добавка. Хочу задать вопрос. Вы слышали когда-нибудь о теломерах? Вы знаете, до компании GNS я не слышала, что такое теломеры, для чего нужны. А оказалось, это теломеры, они активируют, они защищают, вернее, наш ДНК от повреждений. То есть в ДНК нашей компании заложены продукты, которые работают, помогают нам выглядеть, чувствовать моложе. Поэтому мы создали Finity. То есть это такая добавка, которая активирует ген, вернее, компонент теломеразу, который вот именно ответственна за то, чтобы наши теломеры постоянно оставались длинными, то есть продлевали нашу молодость. И есть специальный компонент из корня астрагала TA65. Вот он именно работает с теломерами. Следующий. Это ревитаблю. Это еще один из лучших продуктов, которые есть в нашей компании. Это еще один мощный прорыв в области омоложения, в области стволовых клеток. Ученый, который занимался данным направлением и разработал данный продукт, Кристиан Драпо, он более 20 лет занимается именно этим направлением, именно то, что связано со стволовыми клетками. Стволовые клетки в нашем организме влияют не только, то есть, вернее, стволовые клетки помогают нашему организму самовосстанавливаться. То есть они могут становиться любой другой клеткой, которая повреждена. Что же делает ревитаблю? Он работает таким образом, что он заставляет заставляет стволовые клетки, которые есть в нашем организме, просыпаться и в потоке, кровяном потоке действовать. И когда что-то происходит, стволовые клетки начинают быстро реагировать. То есть основные преимущества. Вот, поддержит естественную систему обновления организма, поддержит иммунные функции, обеспечит антиоксидантную защиту, поддерживает процесс здорового старения,
поддержит хорошее самочувствие. Это действительно так. Тоже испробовано все на себе. Еще один наш один флагманский продукт – это Балайф. Это вообще классно. Это его можно называть очень многими словами, эпитетами. Это наш детокс организма и чистота нашего организма. Что это такое? Мякоть уникального плода дерева Баобаб. Это самая главная вот составляющая его. То есть учеными Баобаб вообще признан самым долгоживущим деревом в мире. Плод, вообще сам плод Баобаба, он уже является суперфруктом. В нем только клетчатки 5 видов, растворимых и нерастворимых, которые работают, кормят наши полезные бактерии. Там есть и витамин А, и витамин С, и витамин В, кальций. То есть все, что необходимо нашему организму. То есть это уникальный плод, который сам по себе является мощным питанием. У него очень хорошая абсорбирующая способность. Даже такая вот интересная информация мне очень, ну, скажем, я запомнила, когда у женщин в Африке, они родили ребеночка, у них пропадает молоко, они начинают кормить вот именно плодом дерева Баобаб, чтобы ребенок развивался, потому что в этом плоде есть все. Как мы говорим, начните утро с Баолайфа, и улыбка на вашем лице будет весь день. Следующий еще продукт. Два продукта тут здесь представлены. Это Нара и Манави. Нара – это гидролизованный коллаген. Он питает наш организм, отвечает за красоту волос, отвечает за красоту ногтей, кожи, суставов, сосудов. То есть здесь 11 тысяч миллиграмм гидролизованного коллагена, который создан таким образом, чтобы организм как можно больше поглощал его, ну как бы, способность к поглощению была усилена. То есть в состав входит также биотин и цинк, которые отвечают и за красоту, и здоровье наших волос, наших ногтей и наших суставов. И рядышком такая бутылка, как бутылка из-под вина, это Манави. Это вообще в состав входит 19 сублимированных фруктов, которые собраны по всему миру. И самый главный какой компонент, вернее, самый главный компонент – это ягоды асаи и глюкозамин. То есть они были подобраны таким образом, чтобы они друг к другу подходили, как, чтобы они друг к другу подходили. Глюкозамин, думаю, вы знаете, он влияет на подвижность наших суставов. То есть вообще классный продукт. И еще, не зря такая есть поговорка, мы то, что мы едим. Есть у нас такая шикарнейшая программа Zen Project 8. Это программа, которая создана Марком Макдональдом, призванным специалистом в мире фитнеса. Что она делает? Передовые технологии, проверенная система снижения веса. Как она работает? Она работает в три простых стадии. То есть первая стадия – мы перегружаемся, то есть мы чистим, у нас чистка происходит. Вторая стадия – это заряжаемся, и третья стадия – поддерживаем. И четыре продукта, которые нам в этом помогают. Это Zen Fuse – это наш белок. Это Zen Prime, это наша очистка. Это Zen Shape, блокировка чрезмерного чувства голода. То есть и Zen Fit, это такая добавка, она помогает активному жиросжиганию. То есть вообще, то есть эти все продукты созданы таким образом, чтобы все помогало нашему организму быть здоровыми, красивыми, быть стройными. Потому что, смотрите, по статистике, которая неумолимо показывает, что большой процент людей имеют ожирение. И что это такое? То есть нужно научиться правильно питаться, нужно направление именно правильное питание тоже поставить во главу угла. Не только что это красота вот лица, да, но и красота то, что изнутри. Вот здесь можно посмотреть, что каждый из этих продуктов, что он в состав входит. Я думаю, люди, которые вас пригласили, об этом скажут в этой программе. Сейчас девушки тоже поделятся своими результатами. То есть вообще эта программа открывает путь к балансу, здоровому организму, к настроению хорошему. Вот вы можете посмотреть результаты. Результаты, вот эти фотографии, они говорят сами за себя. То есть 8-16 недель, вообще программа рассчитана на 8 недель, но мы проходим курсами. Смотрите, да, то есть девушки, они сейчас в такой же классной форме. Вот, это были, скажем, первые открыватели на Украине, которые самую первую свою программу под руководством Артема Авдиенко, они проходили. То есть результаты у всех, они до сих пор есть, они классные. И сейчас я хочу пригласить
нескольких девушек, которые бы поделились своими результатами, что они используют, что они используют, что использует их семья. Я сейчас хочу первую пригласить девушку, это Светлану Подобу, которая поделится своим результатом и скажет, что, какие продукты она больше использует. Светлана, прошу вас. Добрый вечер, друзья. Меня зовут Светлана Подоба. Я из Украины, солнечной Одессы. И на программу ZEN я уже прохожу не первый раз. ZEN-программа дает нам возможность взять под контроль свое здоровье и преобразить свое тело. Первый раз я проходила программу 2 года назад самостоятельно. Многое не понимала, совершала ошибки, но результат все равно радует. Минус 10 килограмм и минус 36 сантиметров общего объема. В конце прошлого года я переболела ковидом и была необходимость восстановить свой организм. И поэтому я в начале этого года у нас создавалась группа под руководством Натальи Игнатенко. И я пошла на эту программу опять. Все, конечно, проходило по-другому. Здесь уже дисциплина, ежедневные отчеты, отвесы, правильная комплектовка, соблюдение блюд, режима питания, физическая нагрузка и поддержка вдохновения единомышленников. И, конечно, тоже результаты. Минус 5,3 и минус 23 сантиметра объема. Было, конечно, легко проходить вместе с группой и... интересно, и поэтому я решила пойти на 3-й сезон уже, который сейчас мы проходим. И, конечно, свои есть результаты. Программа ZEN проходит так же, как и на минус, и на плюс, кому надо поправиться. В первую очередь, конечно, ZEN-программа – это здоровье, стиль и качество жизни, культура питания. И хочется, конечно... изменить себя как и снаружи, так и снутри. Также мне помогают восстановить и поддерживать свое здоровье как наш резерв, ревитаблю и фололайф, которые вот эти 3 продукта мне помогли бороться с ковидом. Также я использую Наару, Монави и Майнд. Также продукты эти все используют мои дети и внуки. И кто хочет изменить свою жизнь и преобразить себя, приходите в нашу семью, в нашу компанию GNS. Мы будем с вами. Спасибо огромное, Светлана. Вообще классные результаты, потому что программа ZEN действительно она уникальна. Сейчас я хочу попросить еще одну девушку поделиться с нами своими результатами. Это Алла Дрозд. Пожалуйста, Алла. Добрый вечер всем. Я проживаю в городе Херсоне, это юг Украины. Как сказала Анжела, меня зовут Алла. Я с компанией GNS уже знакома с 2016 года. И за это время я перепробовала уже все продукты. Пробовала и программу ZEN, но я, как говорила Света, я тоже была на самостоятельной, так сказать, программе. Я не была вместе с командой. Вот сейчас я с 15 марта я села на программу ZEN с Натальей Игнатенко и в командой. Да, мне очень понравилось то, что мы каждый день делимся впечатлениями, замеряем свои объемы. И это как бы подстегивает. Это очень весело, как бы сказать, тронеть вместе, это как бы дает энергию, заряжает тебя. За это время я бросила, вот мы сейчас с 15 марта, да, и у меня результаты 5900, я ушла общего веса. Также я ушла в объемах 7 сантиметров. Ну, это немного, но у нас еще есть впереди время, так что я буду продолжать. Мне нравится питание, раньше считала, что худеть – это дорого, честно скажу. Но сейчас я поняла, что это очень экономно и очень выгодно. Я хочу сказать еще о том, что я тоже употребляю, кроме ZEN Project 8, я еще употребляю Baobab, Baolife.
Вот у нас есть еще другие продукты, резерв, майнд, я это все пробовала, очень довольна. Моя семья тоже пьет эти все продукты, я даю своим внукам, у меня внучке одной 8 лет, другой год и 2. Они все пьют Баобаб Лайф. Вот. Очень рада, что я познакомилась с этой компанией, люблю ее, полюбила ее с первых дней. Ну, что еще могу сказать? Хочу сказать, что я довольна всем. Спасибо за внимание. Спасибо, Алла, огромное, потому что действительно мы используем не только, когда использует наша семья, это, мне кажется, дает гораздо больше результаты, когда вот эгрегор такой семейный, да, так же, как мы сейчас проходим программу Zen все вместе, когда мы делимся результатами, и когда мы видим те блюда, которые едят участники, и нам тоже хочется их попробовать. Спасибо огромное. Еще представляю следующую девушку. Это Антонина Иванова, которая поделится тоже своими результатами. Прошу вас, Антонина. Добрый вечер. Я к вам выхожу из небольшого городка в Германии, Ветцлар, на юго-западе. И хотела бы поделиться своими результатами. Многие меня уже знают, а многие еще нет. Поэтому мой опыт использования продуктов, он, ну, можно сказать, немножечко дольше, чем у всех остальных, потому что я уже более 12 лет использую продукты сетевых компаний для того, чтобы омолаживать свое тело, продлевать свою жизнь и, конечно же, давать эту возможность своему окружению, своим друзьям, своим близким. Ну, у меня результатов много, потому что я являюсь продуктом своего продукта. А так как я им много использую, конечно же, у меня в ежедневном рационе, в ежедневном использовании более 15-16 наименований. Ну, практически весь ассортимент, ну, конечно, не весь, потому что я сейчас на программе программе нашего чата стройности, я использую Zen-программу. Нам сейчас не все продукты, даже собственные, возможно, потому что есть определенные ограничения. Я скажу о тех результатах, которых мне довелось добиться. Вот пару лет назад, в феврале 2019 года, вот тот первый набор, который был в Одессе организован под руководством Артема и Натальи, я проходила это дистанционно. Я входила в эту команду, но на расстоянии. Конечно же, когда ты проходишь командой, то тогда у тебя совершенно другие результаты. Вот этот хаотичный, бесконтрольный собственный опыт, он ничего не дает. Практически это перевод продукта. И когда я прошла 4 сезона в 2019 году, за эти 8 месяцев у меня ушло около 20 килограмм, 18,7. И в объемах я уменьшилась по различным замерам, я около 65 сантиметров. Это хорошие такие показатели, потому что когда дети меня увидели, когда я приехала летом на семинар на университет в Украину, они просто ахнули. Сейчас, так как с 15 числа начался новый вот наш курс, я хочу сказать, что вот эта дисциплина, отчетность, она дает свои действительно результаты, потому что это система, система употребления и качественного. Да, действительно, худеть можно дешево. Но когда ты знаешь, что в этих принципах заложены правильные принципы, правильные направления, которые запускают организм, и он не дает эффекта йо-йо, то есть ты долгое время не набираешь вес, если это касается снижения веса. Если ты хочешь увеличить мышечную массу, то, конечно же, он точно так же тебе дает эту возможность. Что я хочу еще сказать? Конечно же, я использую очень много добавок, и в ежедневном моем рационе находится Баолайф. Это две чайные ложки утром натощак, они запускают мой кишечник. Потом я принимаю еще две капсулы Финити. Хочу заметить, что этот продукт для меня открыл глаза, потому что в течение 6 месяцев, когда ты применяешь Финити, он дает такой эффект омоложения, что многие женщины, те, которым уже после в период менопаузы, они могут
действительно удивиться, запускается заново гормональный фон. Это без второго слова. Кожа, она такая же сияющая, как и была в 30 и в 40. Потом многие наши волосы, ногти, это в дополнение к тем продуктам, которые я буду использовать позже. Конечно же, я очень люблю Ревитаблю и Резерв. Моя семья, они употребляют эти продукты в ежедневном рационе. И вот сейчас, как только возникают какие-то простудные реакции, у меня первым делом сразу идет Баулайф и Резерв с Ревитаблю. Хочу очень поблагодарить мой спонсорский ряд, мою подругу, мою наставника Юлию Рубун и Наталью Натенко, которые ведут меня к моему профессиональному успеху, потому что я это взяла не просто как клиент и потребитель, а я это взяла как человек, который зарабатывает и веду за собой еще свою команду, Тоня, своих людей. Спасибо. Вообще, Очень рада была поделиться и благодарю за то, что пригласили меня на этот эфир. Мы тоже рады твоим результатам, твоим впечатлениям, то, что ты с нами делишься, потому что я тоже нахожусь на программе Zen, и вот это общее, когда ты находишься в команде, оно, конечно, заряжает намного больше вообще, чем ты один. Ты видишь за собой помощь, поддержку, ну ты все за собой ощущаешь. Это Надежда. Огромное спасибо тебе за представление. Огромное спасибо, Анжела, за представление наших замечательных продуктов. Спасибо огромное Антонине, Светлане, Алле. Я тоже просто слушала вас и не могла прямо, знаете, я понимаю, что это не просто такое мировое поветрие, что всем интересен Женес-продукция, а действительно у каждого человека есть своя личная история с этим продуктом. Это действительно здорово. Моя семья тоже употребляет этот продукт, я его обожаю. Вот все, о чем говорила Анжела, я присоединяюсь, просто вот под каждое слово подписываюсь. И знаете, что вот особенно программа Zen, да, вот я сейчас сделаю маленькое объявление, будьте внимательны, это будет интересно, продолжение сегодняшней встречи. Сейчас, одну секундочку, вам кое-что покажу. Оп, стоп, не то я вам сейчас покажу, сейчас, одну секунду. Так, одну секундочку. Так, вот, сейчас вы увидите, что я вам хотела показать. Вот, как раз готовьте ручки, чтобы не забыть, пишите в календарик. Итак, друзья мои, вот, пожалуйста, что я вам хотела показать. Завтра, вот вы все слышали про программу Zen, такие шикарные отзывы, да, люди делятся, люди делают это раз, два, три, повторяют и повторяют. Чтобы вам больше об этом узнать, завтра вы можете прийти на встречу в 18:00 по Киеву, соответственно, в 16:00 по Лондону, соответственно, в 17:00 по Берлину, Риге, по Берлину, да, вот, и в 19:00 по Москве. Ну, вы свое время считаете, да, вот отсчитываете от Киева, московского времени, кому как удобно, мы с разных стран выходим, считайте свое время, как вы это понимаете. Будет прямой эфир, в котором вы больше узнаете о программе Zen, в частности, от людей, которые этим профессионально занимаются. Сами имеют свой шикарный результат, долгосрочный результат, и люди, которые очень хорошо знают эту программу и получили результат с большим количеством людей. Вот, поэтому заходите, будет, правда, интересно, приглашайте своих друзей, которые заинтересованы в этом вопросе, потому что привести себя в хорошую форму, мне кажется, наверное, это в этом заинтересованы все. Просто иногда люди, ну, скажем, не отдают себе в этом полного отчета. Заинтересованность есть, но есть какие-то и отговорки. Заходите, никаких отговорок, берите с собой чашку чая и послушайте внимательно, о чем мы будем завтра говорить. Возможно, вы скажете, что это была очень ценная встреча, которая изменила ваше представление о многих вещах. И на этом я хочу сейчас сделать еще один акцент. Друзья мои, вы знаете, дело в том, что вот все, о чем говорила Анжела, я действительно подписываюсь под каждым словом, и я еще раз хочу сказать, у нас фантастические продукты, действительно фантастические. Не могла бы компания Женес сделать миллиардный товарооборот, годовой товарооборот на 6-й год своей работы, не могла бы она сравниваться с такими гигантами, да, которых знает весь мир, вот как нам показывала
как нам показывала Людмила Бранжаева в самом начале, да, то есть Amazon, eBay, Google, это компании, которые тоже приблизительно за такое время вышли на миллиардный оборот, но не могла бы компания Genes сделать это с просто хорошим продуктом. Конечно, продукт фантастический. Даже говорить о нем это недостаточно. Лучше, конечно, получить свой результат, потому что свой опыт – это самое ценное. Но все-таки я всегда говорю одну важную вещь, послушайте меня, да, что самый важный продукт, который дает компания в руки людям, это бизнес. Бизнес, который вы можете делать даже дома, вы можете делать его с частичной занятостью, вы можете делать его без больших инвестиций, вы можете делать его с той скоростью, которая вам удобна, в том стиле, в котором вам удобно. Бизнес, который во всем мире вы можете делать его во всем мире, даже не выходя из дома, и при этом, да, вы можете развиваться в новых современных условиях, да, в которых сейчас стремительно развивается весь мир, и люди даже не знают, как к этому пристроиться. Так вот, я считаю, что самый главный продукт, который дает нам компания, это бизнес, который можно делать даже дома, а границ нашего бизнеса нет, потому что мы используем интернет. И вот как же делать деньги? То есть вот мы с вами услышали замечательные продукты, с которыми можно улучшить свое здоровье, максимально улучшить свое самочувствие, шикарно выглядеть, помочь своим близким. А вот как же еще и денег больше заработать? Потому что на самом деле сейчас, наверное, две основных темы у людей в голове, да, так как вот эта пандемия, да, две основных темы – здоровье и деньги. И нельзя сказать, что важнее. Конечно, здоровье – это основа основ, да, было бы здоровье, остальное купим, но вот чтобы было на что купить, мы узнаем с вами завтра. В то же самое время, как сегодня, вы приходили, да, то есть это в 19 по Киеву, соответственно, это в 17:00 по Лондону, в 20:00 по Москве. Как раз вот с одной встречи на другую вы можете перейти и узнать о том, как же здесь делаются деньги в компании Genes. Получить, вы сможете задать свои вопросы. Кстати, готовьте вопросы уже сейчас, пишите тем людям, которые вас пригласили, пишите в чате под этим видео, которое вы смотрите, вопросы, на которые вы завтра получите ответы. Это такой будет брифинг лично для вас. Вот чем активнее вы его используете, тем будет лучше. Я объясню, что это такое, чем это вам будет полезно. Вы знаете, вторая встреча, вот эта, она будет подобна примерке, когда вы примеряете на себя этот бизнес. Вот как он вам, вот как вот вам его носить, с чем носить, насколько он именно для вас создан. Вы сможете спросить все вот эти нюансы у человека, который является, ну, бесспорным профессионалом. Причем с многолетней практикой. Вообще в индустрии сетевого маркетинга Наталья Игнатенко больше 25 лет, насколько я помню. Да, 25 лет, в этом году 25 лет. Так вот я хочу сказать, что это человек, который знает все нюансы вообще сетевого бизнеса. Это уже не первая ее компания. Она просто день за днем, месяц за месяцем, год за годом, совершенствуя свое мастерство, помогает совершенствоваться людям, помогает открыть раскрыть свой потенциал, использовать разные виды современных технологий для того, чтобы становиться все успешнее и успешнее. Самое главное – это найти себя, найти свою цель и найти путь, чтобы реализовать свои цели. Знаете, замечательный человек, я называю ее крестной мамой в бизнесе, для меня это было когда-то так, когда-то давно-давно, мне кажется, это было лет 17 назад, так надо будет как-то посчитать. Мне посчастливилось встретиться с этой женщиной. Я еще тогда жила не в Англии, я жила в Литве. Она приехала к нам с Украины. Вот. Это были встречи. Вот можете себе представить, сколько лет прошло? Да я до сих пор помню, как она была одета, о чем она говорила, какие мысли возникали у меня в ответ. Человек, который действительно лично мне стал вот крестной матерью в бизнесе. Долгие годы она мне помогает советом, добрым словом. И я просто вижу, да, вот вы сегодня слышали, вот все, кто сегодня говорил, все говорили такое замечательное слово «команда». Не всем в жизни посчастливилось попасть в команду, где тебя ценят, любят, уважают, помогают развиваться. Знаете, это такая команда, которую создала Наталья, она именно вот такая, да, попав в которую, вы действительно вот чувствуете все это, что здесь вас ценят, что здесь вы развиваетесь, что здесь вам есть за кем идти.
И это очень классно, да, то есть на самом деле классно. И вот завтра вы можете познакомиться с этим человеком, ну, как познакомиться, вы будете видеть ее в прямом эфире, в своем телефоне или на своем компьютере. Подготовьте вопросы, задайте их завтра. И я вас на самом деле с этим поздравляю. Это будет очень хороший старт, хорошего пути. И вы знаете, это большая удача, когда на пути вообще, куда бы вы ни двигались, на пути встречаются такие люди, как Наталья Игнатенко. Поэтому будьте готовы, будьте завтра вовремя, будьте с нами, и мы прекрасно проведем время. Всем удачи, друзья мои. Всем желаю нескучной ночи. Если вы сегодня были внимательны, то я точно знаю, и вопросы у вас уже появились, и идеи у вас уже появились. Поэтому будьте завтра сами, привозите еще своих друзей. Всем пока-пока. Удачи.